Место, где на уроки ходят с энтузиазмом, а домашние задания делают с удовольствием. В краевом центре начала работу краевая школа актива «Достижения». В ней принимает участие 500 юных лидеров со всего Ставрополья. Это представители ученического самоуправления и первичных организаций Союза молодежи. Чему они учатся и сильно ли занятия отличаются от обычных, узнавала Виктория Середа. В этой школе нет строгих учителей и не ставят двойки, если шумишь. Лагерь «Лесная поляна» на целую неделю стал местом, где новые знания и позитив отлично сочетаются. Сюда приехали сотни активных мальчишек и девчонок со всего края. Определили 6-й отряд, безумно классный отряд, мне он нравится, много знакомых, очень много, даже не ожидала, что будет такое количество знакомых лиц. Проходим образовательные программы, безумно интересные, очень интересные организаторы, много позитива, море эмоций. В школе на свежем воздухе приветствуется свобода самовыражения, шутки и громкий смех. На занятиях говорят на самые разные темы. Здесь обсуждают будущее страны, современные интересы молодежи, а также как стать настоящим лидером. Ну а самая увлекательная часть учебной программы – это вечерние квесты. Да, некоторые ребята, в принципе, и даже едут сюда ради квеста. Это, как правило, вечернее мероприятие, даже же переходящее в ночное. Особая атмосфера, совершенно разная тематика. Это может быть по мотивам фильмов ужасов, это может быть по мотивам какой-либо книги. За все три смены школу посетят интересные гости. Члены избирательной комиссии, представители правительства Ставропольского края, люди творческих профессий. Формат вопрос-ответ, просто разговор с интересным человеком, как называют это ребята, за что им огромное спасибо, что меня поставили в ряд интересных людей, которые могут сегодня здесь быть. Я так думаю, что мы поговорим с ребятами о том, что они для себя в жизни видят в будущем, какое продолжение своей, трудовой в первую очередь, ну а дальше творческой и любой другой деятельности. Школу актива не случайно проводят в начале сентября. Это нужно для того, чтобы зажечь молодых лидеров энтузиазмом на весь учебный год. Виктория Середа, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.